Всем привет! Сегодня снимаю видео продолжение сварочной темы. Пришла сварочная маска Хамелеон от фирмы Аврора Сан 7 Тикмастер для всех типов сварки. Заказал ее на Озоне, цена 4800. Пришла в такой упаковочке. Так, читаем сейчас, что на коробке у нас написано. Характеристики. Технология мультиколор, четкое изображение, правильная цветопередача, минимальная нагрузка на глаза сварщика. Регулировка степени затемнения в двух режимах от 5 до 8 дин для сварки на малых токах, от 9 до 13 дин для стандартных сварочных работ. Регулировка чувствительности светофильтра. Увеличенная работа, рабочая зона светофильтра, увеличенный угол обзора, место сварки. 4 оптических сенсора, обеспечивающие отличную работу при любом типе сварки, в том числе подходит для работы на маленьких токах при сварке ТИК. Время срабатывания 1/30 секунды. Легкий щиток, удобен для длительных работ. Удобное крепление наголовника с регулировкой центра тяжести, точной подгонкой по голове сварщика. Все основные регулировки на внешней стороне находятся щитка. Солнечная батарея, светофильтра, встроенный аккумулятор не требуют замены элементов питания. Полное соответствие европейским стандартам. Легкая замена защитного стекла из поликарбоната. Защита от помех боковых источников света. Коробочка. Открываем, посмотрим, что у нас в комплекте. Так, пока отложим, посмотрим, что внутри у нас. Все для сварки. Это, наверное, продавец что-то. Так вот. Защитное стекло с поликарбоната. На случай, если будет много налипаний, можно будет заменить его. Чтобы лучше работало. Лучше было видно все. Так. Руководство по эксплуатации. Оп, я не понял, что тут. Защитный, два стекла получается, один положил продавец, видимо, один был в комплекте защитный, вот две штуки, пригодятся, наверное. Не так я много буду говорить, пока научусь, пока туда-сюда, короче. Так вот, гарантийный талон такой, в принципе, коробки больше ничего нет. Так, достаем сварочную маску. Вес, она легкая, 500 грамм всего лишь вес. Вот так она выглядит. Пленочка. Регулировки, симпатичный дизайн, корпус из полиэтилена, покрытый специальной защитной пленкой, 4 датчика светофильтра, солнечная батарея, которая заряжает аккумулятор, все регуляторные настройки находятся вот снаружи, это удобно. Также вот здесь есть переключатель степени затемнения. Переключаем в нужное от 5 до 8. Это сварка малыми токами, да? ТИК сварка и 9-13. Большее затемнение, соответственно. Переключаем, какое положение, и регулируем. Здесь вот максимальное затемнение, поменьше. Также есть переключатель отпуска затемнением.
фильтра после сварки разные трех положений. Так, с правой стороны у нас регулировка чувствительности в зависимости от условий, которых вы варите, например, либо в помещении, либо на улице. Также есть переключатель сварка заточка в положении грин. Мы переключаем и отключаем фильтр, чтобы он не срабатывал на искру болгарки, да? И зачищаем или пилим что-либо. Так, что у нас внутри головы? 6 разных положений оно регулируется. Мягкое вот здесь вот, где на лобная часть. По высоте мы можем голову отрегулировать. По высоте, по глубине. Потом вот этот размер, ширине, угол наклона. Также относительно светофильтра можем двигать. С глаза ближе, дальше тоже двигается. В зависимости, как вам видно. И вот срабатывание, да, вот это открывание. Тоже по бокам здесь настройку. Видим. Вот такой легкий, красивый, 0,5 кг весит. Будем пробовать, тренироваться, варить. В принципе, что еще можно сказать? Спасибо всем за внимание. Всего хорошего, всем удачи и пока.